Как хороша и как мила она, любовь во мне зажгла, и блеском глаз, и задушевным словом. А как умна, как сложена была такой моя жена, я бы клянусь, в нее влюбился снова. Селестен, вы здесь, на балу в Савойе. Такой элегантный, прямо дэнди. Да, Моррис, вы удивлены? Вы привыкли видеть меня вовремя, по утрам, на работе, всегда на работе, да, в конторе, да, за столом. Но, понимаете, бал в Савойе – это единственное развлечение в моей серой унылой жизни, которого я жду с нетерпением и к которому, да, готовлюсь целый год. Да. Хотя я чувствую, да, себя здесь белой вороной. Кто я такой? Бедный юноша из хорошей, извините, да, семьи. Да. Один на белом свете, совершенно без связей, скромный адвокат. А-а-а. Приходится заниматься то мелкими разводами, то копеечными наследствами, то, в общем... Ой, извините. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И все за какие-то 500 франков. Вы меня понимаете? Соловьи. Да, такова жизнь. Да. Я не жалуюсь, мне некому заботиться, я могу кое-что откладывать. Один раз в месяц позволить себе сходить в кино, и один раз в год прийти, пожалуйста, на бал с собой. Во фраке, в цилиндре, с хризантемой, вот-вот-вот-вот здесь, в петлице. Это вам идет. Спасибо, дружище. Да. А знаете, из-за чего я прихожу сюда? Из-за чего?
Когда я вижу в кино всех этих женщин, прекрасных, изумительных, мне тоже всякий раз хочется испытать что-нибудь подобное. Да. Хочется крепко прижать это хрупкое существо к груди, вдохнуть запах ее духов и нежно ласкать. И что, Селестен, вы уже нашли это хрупкое существо? Я пытался, но это оказывались женщины, которые... Вот сегодня я встретил одну даму в зеленом туалете. Что? Где встретили? В зеленом вечернем туалете. А-а-а. Я почувствовал, как забилось мое сердце. Вы не понимаете, это надо испытать самому. Нет, она не какая-нибудь... О. Откуда вы это знаете, Селестен? Вы еще такой молодой, зеленый. Дама была в зеленом. Понимаю. Вы хотите сказать, что я еще слишком молод, что у меня пустой карман? Это правда. Вот этот фраг я взял на прокат. Только вы об этом никому не говорите, хорошо? Марис, дружище, ну, пожалуйста, помогите мне найти мою зеленую мечту. Я вас умоляю. О, Марис, вы можете все. Я верю в вас. Селестен, хорошо, я найду вашу даму. Так где вы ее встретили? Нигде. В зеленом вечернем туалете. Хорошо, в зеленом вечернем туалете. Ждите меня здесь, в баре, и я приведу ее сюда. Нет, это не так, Аристид. Вы мне не нужны. Я пригласила вас, чтобы посоветоваться, как со старым хорошим другом. И это все? Не беспокойтесь. Женатые мужчины никогда не были моей слабостью. Что вы собираетесь делать с чеком? Вы вызвали меня, чтобы на моих глазах порвать чек. О, вам неприятно. Вы знаете Гарри Буанвентуру? Он известный режиссер. Гарри вчера мне сделал предложение. Мне хотелось бы слышать ваш совет. Выходить за него замуж? Буанвентура? Почему именно Буанвентура? А не все ли равно, Гарри или кто другой? Прикажешь в монастырь идти, потому что ты вдруг женился? Ты прекрасна. Я тебе еще нравлюсь. Да, черт возьми. Хочешь выкупить свой чек? Ты же порвала его. Это была просто бумажка. А настоящий чек? Атангалита, ты дьявол. Нет, ты хуже. Ты... Ты женщина. Помероль. Что угодно, господин маркиз. Мне кабинет. Кабинет номер 8 свободен. Прошу вас. Весь род мужской, увы, такой. В любви до гроба всегда нам клясться не готовы. Но через час забудут нас. И наша верность, и наша нежность для них таковы. Ох, как наивны мы порой бываем, как часто верим пустым словам. Но мы своих обид не забываем, за них ответить придется вам. Нет ничего страшнее женской мести, и над женой обманутой не смейся, и слез ее увидит не молися, еще ты горько поплачешь сам. Что способна твоя жена? Та-р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 а-
горько поплачет сам. Оказывается, изменить мужу гораздо труднее, чем я думала. Но ничего не поделаешь. Надо. Один коктейль, пожалуйста. Простите меня, мадам. Мадам, я давно вас ищу. Простите. Я давно вас ищу. Я вас сразу заметил, но никак не осмеливался подойти. Мадам, я хотел бы поговорить с вами. Я это заметила. Мадам, можно я составлю вам компанию? Вы? Дайте-ка я посмотрю на вас. А почему бы и нет? Пошли. О, простите, так быстро? А у меня все быстро, дорогой. А кто я, по-вашему? Вы? Мадам, я не знаю. Я близорук. Нет, вы не из тех легкомысленных женщин, которые ищут развлечения только на один вечер, я в этом уверен. Вы порядочная, очаровательная женщина, которая почему-то разыгрывает из себя кокотку. Кого? Простите, кокотку. Не болтайте так много, лучше быстрее соблазните меня. Для этого я и пришла. В таком случае я к вашим услугам. Позвольте представиться. Мое имя Ся-Ся-Ся-Ся-Ся-Ся. Никаких имен. Пусть лучше это останется тайной, дорогой. А, вот вы-то мне и нужны. Вот он. Мой звездный час. Бармен, коктейль, пожалуйста. Нет, два, три. Мне кабинет номер 9, пожалуйста. Простите, почему обязательно 9? Потому что вы мне будете сообщать, что происходит в 8-м кабинете. Ну, мадам, это противоречит моим основным принципам. Хорошо. И во сколько вы оцениваете ваши основные принципы? Значит, молчание серебро, а слово золото, мадам. Вы одна? Да, нет. Любовь. Любовь. Mm-hmm.
Прошу. Наше с тобой обычное меню. Как всегда. Понял. Как всегда. Дай я докурю твою сигарету. Это как поцелуй от тебя. О, ой, ты что кусаешься? С ума сошла? Какой очаровательный вампир. Ты помнишь наш последний ужин? Да. Мы тогда еще нацарапали здесь свои имена. Нет, это было не здесь. Рядом, в 9-м кабинете. А, смотрите, что здесь написано. А? Жанет, Поль, Марго, Виктор. Какие красивые имена. Тангалита и Аристид. Тангалита и Аристид. Все-таки, как вас зовут? Селестен. Селестен и... Селестен и его любовь. Боже. Боже, как вы хороши. Рад вам доложить, что в кабинете номер 8 заказали это меню. Ну, значит... Так. Пусть будет то же самое, пожалуйста. То же самое, пожалуйста. А, что вы еще заметили? Меню, как всегда. Дама сказала, докурю твою сигарету. И дама укусила господина за палец. И господин сказал, ты меня укусила, какой очаровательный вампир. Хорошо. Отлично. Отлично, но не безнадежно. Можно мне докурить вашу сигарету? Вот эту? Я знаю, что ты нервничаешь. Милый, в чем дело? Я сегодня танцевал с одной дамой в зеленом, и она мне очень напомнила... Конечно, твою жену. Как ты догадалась? Знали бы жены, насколько мужья им верны. Даже когда изменяют. Зачем ты звонишь? Я звоню, чтобы поговорить с женой. Мне что-то не по себе. Этого звонка она не услышит. А я звоню, чтобы позвонить так, чтобы она услышала. Что угодно. Соедините меня по телефону номер... 9-1-2-9. 9-1-2-9. Оу, зачем соединять? Соединитесь сами. У нас теперь можно поговорить по телефону из каждого кабинета. Отлично. О, отлично, но не безнадежно. Господа, ставлю вас в известность, что наш бал, как и в предыдущие годы, будет транслироваться по радио по всему миру. Аллахай! Внимание, внимание! Как вы знаете, каждый раз организационный комитет разыгрывает приз «Лучшая сенсация года». В этом году приз у автора всемирно популярных эстрадных песен Хозе Пасадобля. Браво! Дамы и господа, не все. Как вы знаете, приз называется «Лучшая сенсация года». Она состоит в том, что Хозе Пасадобль – это имя сегодня у всех на устах. Хозе Пасадобль – это дама. Мистер Пасадобль, приветствуем вас в Савое! Покажу я новый танец вам,
Илья месье, илья мадам. Старый добрый друг позадобрый. Колоссальный бламаж, колоссальный. И новый свет, и старый свет, и тех, кто юный, тех, кто how to do. Нью-Йорк, Чикаго, Бостон, how to do. Hello, кенгуру. А молодым и старым понутру. Oh, yes. Он пришел и сразу покорил Берлин, Мадрид, Париж, Рим. How to do, how to do. Все танцуют кенгуру. Мистер Блэк, манишки как снег, а леди Штерн, вся шики модерн. Переиначить свой стиль решили вдруг, все время скачут, как кенгуру, как кенгуру. О, мистер Блэк, манишки как снег, и леди Штерн, вся шики модерн. Бросают розы, галерка и портер. О, мистер Блэк, я вам действительно нравлюсь? Да-да-да, конечно, нравитесь. Безумно. Ну, поцелуйте же меня, наконец. Минутку. Я настолько близорук. Господин из 8-го кабинета заказал разговор по телефону 99129. Два? 9? Боже, он же звонит мне. Что же делать? О, это просто. Я принесу аппарат сюда, и коммутатор переведет разговор из 8-го кабинета на этот номер. Неужели это возможно? Ну, конечно, мадам. Подобные истории у нас обычная вещь. Отлично. Правильно. Отлично, но не безнадежно, мадам. Понимаете, я очень волнуюсь. А я очень огорчен. Почему? Простите. Вы действительно не как водка. И поэтому вы... Ну да. Вообще я должен бы радоваться. Но в соседнем кабинете сидит мужчина, который имеет право звонить вам даже ночью. Значит, это любовник или, хуже того, ваш собственный муж. Алло? Конечно, я ошибся. Она дома. Кто у аппарата? Чем ты занимаешься, дорогая? Читаю, как ты советовал. Агату Кристи. Нет, без тебя я ее не нашла. Попалась другая. Тоже очень интересная книга «Верный Симеон». Дорогая, ты думаешь обо мне? Да, постоянно думаю, дорогой. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Да, чуть не забыла спросить, как поживает наш старина Пасодобль. Прекрасно. Мы с ним в кабинете. Мы с ним обсуждаем одну проблему. Ну, тогда я за тебя совершенно спокойна. Я за тебя тоже. Дорогой папа, год назад мы с тобой заключили пари, что если я буду композитором со всемирной известностью, то я, наконец, смогу выбирать мужа, не считаясь с тобой сама. Браво! Милый папа, вижу твое доброе лицо цвета хорошего ростбифа. И рядом с тобой восседает шоколадный Бобби. Я очень тебя люблю и нежно целую тебя в носик. А шоколадному Бобби передай, что я помолвлена. И что человек, с которым я обручусь, мистер Мустафа Бей. Да. Он, говорят, слишком часто женится. Но я думаю отучить его. Пазодобль. Старина!
Мистер Мустафа, вы не хотите сказать будущему тестю пару слов? Ой, Аллах, я так волнуюсь. Салам алейкум. Аллах, айох, мюда, аллахини. Good evening, Mr. Roast Beef. Я смею просить руки вашей прелестнейшей дочери. Я счастлив, что встретил ее. Сделаю все, чтобы и она была счастлива. А теперь слушайте все. Особенно ты, шоколадный Бобби. Пусть наш поцелуй услышит весь мир. Икн. Oh, Mr. Black, маешь ты снег? Oh, Lady Star, вся шики модер. И барат розы для Йорка и Портер. Oh, Mr. Black, oh, Lady Star. Дамы и господа, это была вторая, хотя и непредвиденная сенсация нашего бала. Вам повезло. Одной супружеской парой стало больше. Я тоже думаю, удивлю вас. Еще одна сенсация? Да. Прошу, говорите. Сейчас скажу. Одной супружеской парой стало меньше. Ну, так как вам меня никто не представил, простите, я это сделаю сама. Да. Представляюсь. Да. Я маркиза Мадлен де Фобла. Сестра кардинала, двоюродная. Да. Племянница камер-президента. Да. И жена этого милого, представительного господина. Да. Я хочу признаться, что была сегодня ночью ему не верна. Мадлен, что ты говоришь? Я заломан, бесчестный ваш, взяла реванш, тогда реванш. Я не грустила, призвала свой друг ко дну, я отомстила. Просто в мире стала одним неверным мужем больше и одной преданной женой меньше. Шарман, шарман, это великолепно. Третья сенсация. Поздравляю вас. Но позвольте дать вам один совет. Мужьям изменять можно. Может, даже нужно, между нами говоря. Но объявлять об этом по радио просто дурной тон, маркиза.
Вдруг такая тишина. Мы же на балу в Савойе. Пожалуйста, музыку. Мне скучно. Это просто неслыханно, что вытворяла ваша госпожа сегодня ночью. Нет, Арчибальд, вы не правы. Я ее, например, отлично понимаю. Вы, конечно, еще не читали сегодняшние газеты? Еще нет. Слушайте, наш корреспондент сегодня беседовал с известным профессором психологии Сэндлинджленом о сенсационном происшествии на балу в Савойе. Профессор сказал... Я абсолютно убежден, что мадам де Фобла говорит неправду, когда заявляет, что она изменила своему мужу. За всю историю человечества не было женщины, которая добровольно бы призналась в таком поступке. Все это, конечно, очень утешительно, но вы излагаете точку зрения правых газет, а левые газеты подходят к этому вопросу совершенно с другой точки зрения. Послушайте. Упадок нравственности в аристократических кругах. А, мы совершенно уверены, что маркиза де Фобла действительно изменила одинаково. Своему мужу. Смотрите, все печатают ваши чудесные прогнозы. Благодарю вас. Вы единственный мужчина, который занимается настоящим делом. Что это вы вдруг, ББ? Почему вдруг? Я всегда вас понимала, Арчибальд. ББ. Да, вы, конечно, помните, что говорили мне сегодня ночью? Что я говорил вам? Что вам нужна сегодня именно такая ночью? Женщина, как я. Именно такая женщина, как вы? Да, что и вы, утром ББ? Мы пойдем к адвокату и сегодня же обязательно подпишем брачный контракт. Ой-ой-ой-ой. Мы поедем сейчас ББ. Же. Все будет так, ББ. Как вы хотели. Где моя жена? Госпожа маркиза отдыхает. Госпожа вернулась очень поздно и просила ее не беспокоить. Да. Могу я предложить господину маркизу что-нибудь взбадривающее для восстановления? А мне ничего не нужно. А мне очень нужно. Ясно. Послушай, это было, когда я разводился в третий раз. Нет, в четвертый. Не хочу я слушать, сколько раз ты разводился. Я хочу знать правду. Аристи, ты очень храбрый человек. Я же ничего не знаю. Мой папа Агапаша говорил, всегда лучше спит тот, кто ничего не знает, чем тот, кто знает. Ладно, что тебе сказал Помироль? Счет оплатила Мадлен. Этого еще не хватало. Сколько они там пробыли? Час и две минуты. Более чем достаточно. That is the question. Вот в чем вопрос. Мой папа Агапаша всегда говорил, если ты хочешь узнать, верна ли тебе твоя жена, подбрось в воздух монетку. Если выпадет орел, жена тебе наверняка изменяет. Если выпадет решка, имеет любовника. Если монетка останется в воздухе, жена тебе верна, это точно. Пошел ты! А? Что это за гадость? Патентованное средство от сердцебиения. Господин Мустафа, позвольте вопрос. Это ко всем женщинам относится? Встречаются аномалии. Благодарю. Пойди угадай, кто из них аномалия. Госпожа маркиза, все восхищаются вашим поступком. Особенно женщины. Все говорят, что теперь, когда мужчины получили такой хороший урок, им придется немного поумнеть. Я утром тоже сказала своему жениху, что если он рассчитывает... Как? У тебя есть жених, ББ? Уже есть, госпожа маркиза. Я ему сказала, вздумаешь меня обманывать, я поступлю с тобой так же, как моя госпожа. Вот уж не ожидала, что с меня будут брать пример. Соберите, пожалуйста, все мои вещи. Я сегодня уезжаю. Thank you.
Это ужасно. Ты бы хотя бы намекнула, что тоже хочешь пойти на бал. Я бы не возражал. Но теперь я не знаю, у меня просто нет слов. Это ужасно. Это туалет зеленый. Это вуаль нелепая. Это чудовищно. Мадлен, ты сводишь меня с ума своим равнодушием. Перестань петь, наконец! Мадлен, это же была только шутка, признайся. К сожалению, не могу тебя обрадовать. Поздно, дорогой. Вчера, примерно в 00 часов 30 минут, молодой человек обнимал, ласкал, целовал меня. И? И? Безусловно, ты не будешь требовать от меня описания всех подробностей, правда? Это было бы бестактно. Неужели все это правда? Да, 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 дорогой, да. Боже мой, я выброшусь из окна! Счастливого пути. А ты подумала о последствиях? Сломаешь ногу. О последствиях того, что ты сделала. На это у меня не хватило времени. Ах, именно на это не хватило. Нашим семейным вопросом займется мой адвокат. А мне казалось, что вопрос этот уже решен. Мадлен. Арчибальд! Арчибальд, срочно позвоните моему адвокату, доктору Леви. Он мне немедленно нужен. Значит, господин маркиз уже знает, но почему немедленно? Я еще ничего не обещал, Бебе. При чем тут Бебе? Мне нужен адвокат. Ах так. Остановитесь, мисс Дейзи. Подождите, мисс Дейзи. Ой, мое большое сердце. Мисс Дейзи, может, поможете создать в этом доме более нормальную обстановку? Боюсь, что развод неизбежен. Поэтому я всегда предлагаю очень либеральный брачный контракт. Верно. Поэтому я слегка отредактировала наш контракт. Теперь он мне подходит вполне. Что это такое? Мисс Дейзи! Если я решаю с тобой разводиться, я даю тебе деньги и покупаю виллу на Ривьере. Нет, тогда я отказываюсь от контракта. Почему? Потому что я хочу... Окей, Мустафа. Теперь вы мне нравитесь еще больше. Хорош, восточный у нас закон. Сколько хочешь, имеешь жен. Но если станешь ты законной женой, хватит мне и одной. Нас не осудят за этот шаг, если будет законный брак. Но до того, как я согласие дам, надо условиться нам. Мы одной связаны судьбой, навек забыть капризы свои мы должны для блага семьи. Здесь за листок нету, нужно петь дуэтом и не спорить вечно, кто в семье глава. Только нет секрета, что в таких дуэтах за женой всегда последние слова. Дейзи, милая, милая моя, знаю даже дети, что в таком дуэте за женой всегда последние слова. Ведет нас к счастью дорога одна, разлучаться теперь нельзя. Не расстаются до последних дней роза и соловей. Счастливый случай нас свел с тобой, женатый лучше, чем холостой. Пришла пора и соловью, розу он выбрал свою. Мы одной связаны судьбой, навек забыть капризы свои мы должны для блага семьи. Здесь за листок нету, нужно петь дуэтом и не спорить вечно, кто в семье глава. Только нет секрета, что в таких дуэтах за женой всегда последние слова. Дейзи, милая, милая моя, знаю даже детей, что в таком дуэте за женой всегда последние слова.
kökte ildi spintam Elmas ister gerdan Benim gibi bulgar gibi sultan Bel o yasmak ister Bel o yasmak ister Benim gibi bulgar gibi sultan Aya bak Elvis ala Damda duran Elvis satan Kökte ildi spintam Elmas ister gerdan Benim gibi bulgar gibi sultan Аномалия. Помироль, я позвала, чтобы услышать правду. Только чистую правду. Вы же знаете, господин маркиз, мои принципы. Слово серебро, но молчание золото. О, в таком случае молчание серебро, а слово золото. К сожалению, я не могу назвать человека, который ужинал с супругой господина маркиза. Да, но я знаю, кто его знает. Это Морис, он и привел госпожу маркизу. Господин маркиз, господин Морис просили доложить о своем прибытии. Они ждут в зимнем саду. Они ждут. Они у меня дождутся. Аристид, дорогой. Ну, как ты себя чувствуешь после этого бала? Неважно. Вернее, плохо. Я понимаю. Правда, я покинул собой рано. Пришлось провожать одну даму. Предположим. Но прежде чем провожать эту даму, ты танцевал с другой дамой в зимнем саду. Да. Танцевал. Ну и что? Эта зеленая дама моя жена, черт побери! Какой кошмар! Это ты ей подсунул какого-то своего джиголо! Помироль, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кто этот тип? Я не знаю. Морис, вы не знаете имя молодого человека? Может быть, и знаю. Но я обещал этому типу, этому молодому человеку... А сколько стоит твое обещание, Морис? Этого тебе хватит? Аристид! Ну, право же, право я не знаю. Никто не может противостоять твоим чарам, даже я. Этого молодого человека зовут Селестен. А как фамилия? Селестен Форма. Его адрес? Не знаю. Да, но я знаю, что он работает у доктора Леви. Он юрист, адвокат. Отлично. Да. Но не безнадежно. Доктор Леви очень скоро будет здесь, и мы все узнаем. Да. Что, вещи уложены? Да, госпожа маркиза. Такси вызовите, пожалуйста. Мадлен. Ты не находишь, дорогая, что твоя комедия несколько затянулась? Передо мной хоть не притворяйся. Это уже не совсем комедия. Тем более, как ты говоришь, ты мне не веришь. Значит, и другие не верят. Что ж, ладно, я напишу в газету вот такими буквами. Я изменила своему мужу, я изменила своему мужу, я изменила своему мужу, я изменила... Извините за вторжение. Но внизу никого не было, меня никто не встретил. Мое имя... Семен Леви. Доктор Леви.
адвокат Леви. Здравствуйте, верный Симеон. Не понял? Ага, вы уже здесь, доктор Леви. Очень хорошо, прекрасно. Что-нибудь срочное? Да, очень. Речь идет, видите ли, о разводе. А, действительно, с этим все так спешат. Я слушаю вас. Но прежде, вас. Доктор, я хочу у вас кое-что спросить. Скажите, у вас служит некий... Некий Селестен Форма. Селестен Форма. Да, да, да. А, работает. Вернее, он работал еще вчера. Работал моим... моим заместителем. Очень приятный молодой человек. Правда, для нашего сурового меркантильного века он немного, как бы это сказать, романтик. Но работоспособность поразительная, знаете. Меня не интересует его работоспособность. Меня интересует, где он был сегодня в 00:30. На балу в Савое. То-то же. Я дал ему свое приглашение. Меня на эти балы не заманишь. Тоже. Нашел, кого туда посылать. Не могу я встретиться с этим заместителем? Форма. Селестеном Форма. Да, к сожалению, это невозможно. Он уехал сегодня утром, насколько я знаю. Куда? Видите ли, он сегодня вообще вел себя странно. Говорил, что срочно уезжает на какие-то острова в Южном море, чтобы жить там в одиночестве. Что он перенес тяжелую душевную травму. И что он в душе художник и решил посвятить остаток дней своих живописи, жить среди туземцев, как, например, Гоген, ну и далее в этом роде. Короче говоря, сбежал. А знаете ли вы, что этот ваш заместитель и моя жена, они... Вот. Одним словом, я требую развода и как можно скорей. Подождите. Мадлен, пока еще есть время. Может быть, ты все это придумала? Увы, все было именно так, мой дорогой. Подумай, что ты делаешь, Мадлен? Ведь кроме тебя никто не знает правды. Никто, кроме меня? Неужели? Всю правду знает еще господин, с которым мы, так сказать, ужинали. Это что, тот самый мой заместитель? Заместитель Леви? К сожалению, выходит, ни одного Леви. Помираю! Что вы путаетесь под ногами? Я требую развода и немедленно. Да, конечно, сейчас. Но прежде, извините, у меня есть для госпожи Маркизы одно письмо. Извините. Уважаемая госпожа Маркиза, дело в том, что Селестен просил, если я вас увижу, передать вам письмо. Он сказал, что это очень важное письмо. Сейчас мы узнаем правду, наконец-то. Аристид, но это письмо мне адресовано. Прошу. Можешь прочитать его, хотя это и мое письмо. К сожалению, оно тебе, милый, ничего не даст. Ты из него ничего не узнаешь. Не стану я это читать. А, доктор Леви сам доставил письмо, тогда он пусть сам и прочитает. Да. Я прошу вас, доктор, пожалуйста, прочитайте нам это письмо вслух. Мечта всей моей жизни. Что о себе мечтать? Скриптум, я обещаю вам, мадам, что никогда не скомпрометирую вас ни единым упоминанием об этом чудесном вечере, Селестен. Видите, Мадлен оказалась умнее нас всех. Угу. Она все предвидела. Да. Нет, я сдаюсь. Господин адвокат, пожалуйста, пойдемте со мной. Очень прошу вас, вы мне так нужны. Это здесь, рядом, в соседней комнате. Пожалуйста. Прошу вас, господин адвокат. Сюда, осторожней. Ненадолго. Пожалуйста.
А я, Мустафа, не желаю сдаваться. Последняя попытка, чтобы наконец успокоить нашего друга Аристида. Спрячьтесь. Вон туда все спрячьтесь. Быстро, ну. Ну. Как забавно. А я? Куда? Это мое окно. Быстро. Мадлен! Мадлен! Иди сюда! Ну, вы что-нибудь узнали? Мадлен, что ты натворила? А что? Этот твой возлюбленный все описал в деталях. Я не верю этому. Он дал мне слово. Дал слово. Да мужчины, они все... Там были жуткие, ну просто ужасные подробности. Каково было Аристиду, начиная с... Да все неправда! Это гнуснейшая ложь, он же подлый обманщик! Дэзи, ты знаешь... Больше он так не делал. Я ему ни с кем не изменяла. Призналась, призналась. Не изменяла, не изменяла, не изменяла, не изменяла. Аристид, поздравляю. У тебя прекрасная жена, все отлично, а? Отлично, но не безнадежно. Мой папа, да? Ага-паша, да? Как-то сказал, да? Что? Что? Господин маркиз, я хотел сказать, что я, Арчибальд Леже, вступил в законный брак с девицей мадемуазель Бебе Лемуан. Брак наш скрепил доктор Леви, в полном соответствии с каким-то там параграфом, так что, можно сказать, я пропал. Колоссальная новость, колоссальная! Позвольте мне выразить мнение, что последний бал в Савое закончился вполне благополучно. Позвольте мне. Простите, только что принесли телеграмму. Пожалуйста. Возьмите. Теперь она председатель общества синоптиков. Ну, что такое? Что с ней? Принесите воды, что-нибудь. Воды, принесите воды, принесите скорее. Сделайте что-нибудь. Мадлен, Мадлен, очнись, дорогая, я здесь ни при чем. Это телеграмма мне. Мой прогноз оказался... верным. Ужаснейший циклон, в последнее время угрожавший нашему прекрасному городу, внезапно изменил направление и ушел в море. Погода будет великолепная. Браво! Я всегда знал, что... Что вы единственный мужчина, извините меня, который занимается настоящим делом.